Всем привет! Большой-большой! Сегодня мы будем готовить запеканку с макаронами, как лазанья. Для этого нам понадобятся вот такие макарончики с большими дырками. Полуваренные. Такие, они не вареные, но не сырые. Такие понадобятся. 250 грамм сухих. 4 яйца. Сюда будем сейчас вбивать. Грамм 300 фарша. 400 и 150 от силы 200 грамм сыра, 50 грамм сливочного масла, 200 грамм молочка. Сейчас по ходу буду все говорить. Мясо нам надо обжарить. У нас на сковородочке стоит одна луковичка, лежит, и сейчас мы на ней поджарим вот это мяско до готовности. И будем готовить дальше. Вот лучок такой мягенький стал. Теперь все жарим на быстром огне. Насильно. Выбрасываем сюда этот фарш. Все разминаем. Прожариваем до готовности. При этом не забываем поперчить, посолить все приправы. Мясо куриное. Сюда добавляем. Вот, ребята, наше мясо уже готово. И сюда мы добавили ложечку или кетчупа, или томатной пасты. Но при этом не забудьте добавить чуть-чуть сахара. Сейчас это до сухости уйдет водичка. Оно готово. С томатом аккуратней. Он кислый. Испарится вода, все, чтобы фарш был сухой. Ребята, теперь готовим соус, которым будем покрывать всю эту нашу баррикаду. Тут где-то грамм 40 масла сливочного. Теперь мы сюда всыпаем 2 ложки муки. Хорошенько перемешиваем, чтобы оно соединилось все вместе, мука и масло. И вливаем сюда 200 грамм молока холодного. Чуть меньше. Все это должно у нас загустеть. Вот должно такое быть. Потом мы это все вот уже, оно готово отстает от стеночек. Все это приправляем, соль и перчик. Еще для курочки какую-нибудь приправу. Все, оно готово. Макарончики наши отваренные. Вот они должны быть холодные. Выливаем сюда 4 взбитых яйца. Мир. И всыпаем часть сыра. Не все, часть. Все это перемешиваем. И будем вылаживать вот эту форму. Макарончики так, чтобы получился пласт теста. Все аккуратно надо выложить. Перемешиваем, вылаживаем. Вот как надо было выложить макарончики. Аккуратненько, но быстренько, они крупные. Сыпем чуть-чуть сырка. Ну, каплю. Совсем чуть-чуть. И вылаживаем сюда наше мясо жареное. Ровненьким слоем поверх. Теперь смотрите, макарончики лежат сюда. А второй слой будем ложить в эту сторону, в обратную. Вылаживаем аккуратненько мясо. Я чуть-чуть бортики нарастила. Распределяем. И вторую половину сверху. Макарончики сверху, мясо. Вот смотрите, выложили. Ну, очень хорошо ложится. Чуть-чуть утрамбовали так.
ложечкой уплотнили. И сверху, чуть-чуть сырка. Сырок как для связи служит. А теперь сверху ложим второй слой макарон. Ребята, смотрите, как получилось. И теперь сверху мы ставим вот этот соус, который у нас получился на сковороде. Вот он, смотрите, как он захрустел. Такой вкусный. Когда запекается, будет еще вкуснее. И равномерно сверху его распределяем. Как раз получилось 250 грамм макарончика. И все, не больше, не меньше. Так, вылаживаем. Смотрим, как хорошо получилось. Вот как аккуратненько надо выложить. Макароны еще могут подниматься, но я думаю, что у меня не пустят. Они же полуготовы. И чуть-чуть сверху сыром. Ну, капочку. Капельку. Все неправильно говорю, меня поправляют я. Немножко. Но не надо засыпать. И отправляю в духовку 180 градусов минут на 20-30. Ну, почти все там готово. Просто надо, чтобы оно запеклось. Ребята, наша запеканочка готова. Посмотрите на нее внимательно. Видите, эта лазанья отдыхает. По сравнению с такой запеканкой макаронной. Она как лазань, но это лучше. Такая вкусная. Все слои. Вот почему надо было сложить в разные стороны макароны. С одной стороны вверху эти дырочки, с другой стороны внизу. Смотрите-ка, наврезано. Обрезанные концы. Все хорошо видно. Как она хорошо запеклась. Очень вкусный верх вот этого крема. Замечательно. Очень. Готовьте. Очень красиво, аппетитно. Всем приятного аппетита. Пока-пока.